Вряд ли можно найти более подходящее место для встречи с Дедом Морозом, чем усадьба музея-заповедника Горки-Ленинские. Именно здесь возвели сцену, развесили прожектора и софиты, поставили новогоднюю елку. В ожидании главного гостя перед зрителями разыгралось новогоднее представление. Мы из волшебной комиссии Дедушки Мороза вообще-то. И мы вас закрываем! Как и положено, одни персонажи хотят помешать празднику, другие раскрывают их козни, и все заканчивается хорошо. Встречать Деда Мороза собралось около 1500 жителей района. За песнями и плясками, в которых самое активное участие принимала публика, спустились сумерки. Самое время для чудес. Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие. Привет, привет. Ой, молодцы. Главный виновник торжества, как ему и полагается, появился неожиданно. Перед тем, как подняться на сцену, он поприветствовал детвору. Каждый хотел прикоснуться к настоящему Деду Морозу. Как позже он сам признался, долгий путь из Великого Устюга он проделал не напрасно. Я самое главное увидел. Я увидел огоньки в глазах детей. А это значит, сердце у них горячее, огонек в них есть. И это самое-самое доброе чудо, которое может быть. Если сверкают огоньками глаза детские, значит, есть будущее, есть счастье. С чем вас, дорогие мои, сердечно и поздравляю. С приездом Деда Мороза публика заметно оживилась. Как и положено на официальном приеме, приветствовать власть новогоднюю пришла и власть муниципальная. Но будь ты хоть трижды официальным лицом, рядом с бородатым стариком в расписной шубе, невольно, возможно, на какие-то мгновения ты возвращаешься в детство. Я, наверное, давно себя не ощущал таким ребенком, даже когда сюда ехал и думал, ведь дети ждут чуда. Я знаю, что многие ребятишки, даже которые были простужены, поправились за выходные для того, чтобы приехать и действительно прикоснуться к сказке. Прикоснуться к сказке детворе помогли всевозможные слуги Деда Мороза, обитатели волшебной резиденции, сказочные зверушки. Апофеозом праздника, как и положено, стало зажигание новогодней елки. Раз, два, три, елочка, гори! Ура! Венчал визит Деда Мороза в Ленинские горки праздничный фейерверк. Наверное, каждый, и взрослый, и ребенок из тех, кто побывал сегодня в усадьбе, унесет с собой частичку настоящего чуда. Новый год, Дед Мороз! Классно! Да, мне кажется, и в 30, и в 40, и в 50 всегда будешь чувствовать Новый год, Дед Мороз, это счастье, чудо! Мне понравилось, как тут все светится, и очень интересная программа. А Дед Мороз как тебе? Хороший, красивый, очень добрый и веселый. Праздник закончился, но Новый год еще впереди, а значит, чудеса продолжаются. Максим Козлов, Владимир Андреянов, Елена Кошелева. Видное ТВ.